Жить стало лучше, жить стало зеленее. Октябрь в Иванове официально объявлен месяцем озеленения. На протяжении 3 недель в разных уголках города высаживают деревья и кустарники. На сегодняшний день мы уже высадили 345 зеленых насаждений на территориях общего пользования. И в перспективе мы еще продолжим наши субботники. И дополнительно будет высажено еще зеленое насаждение. Благоустроенной не так давно привокзальной площади не хватало только зелени. Потому в рамках общегородской акции здесь решили высадить 4 молодых клена. И не простых, краснолистных. Специалисты сочли, что этот сорт удачно впишется в окружающий городской пейзаж. Дополнительно будет высажена здесь спирея серая и пузыреплодник краснолистный. Они тоже показали себя в городском озеленении прекрасно. Отличная защита от шума, от пыли. Здесь близко городские дороги. То есть замечательное место. И очень красиво будет здесь и для отдыха, для людей. Лавочки. Все будет очень замечательно. Планируется также, что вдоль дороги появится живая изгородь. Ее общая протяженность составит 15 метров. Когда мы сажаем живую изгородь, проще это сделать, сразу выкопав траншею. Потому что кустарники друг к другу находятся на небольшом расстоянии, и, соответственно, копать ямки друг рядом с другом – это просто, ну, просто тяжело, да, будет это все. Проще сразу выкопать траншею, и также это у нас хорошо тем, что больше рыхлой земли вокруг корневой системы, потом корням легче разрастаться. Озеленение – вишенка на торте благоустройства привокзальной площади. Вероятно, совсем скоро этот городской уголок станет еще одним излюбленным местом отдыха ивановцев. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.